говорит Вовочка, что у всех взрослых есть какой-нибудь секрет, и поэтому их можно шантажировать. Он решил это проверить и, придя из школы, сказал маме. А я все знаю. Мама побелела и сунула Вовочке $20 и говорит. Только папе не говори. Когда папа пришел с работы, Вовочка сказал ему. А я все знаю. Папа дал Вовочке $50 и говорит, только маме ни слова. Затем Вовочка встретил у дома почтальона и сказал ему, а я все знаю. Почтальон уронил сумку, пустил слезу и прошептал, так иди же, обними своего папку, сынок. Вовочка стал очень плохо учиться. Начал получать одни двойки. Его вызвала к себе классная Марья Ивановна, и тут она спрашивает. Вовочка, почему ты стал так плохо учиться? В чем дело? Может, у тебя проблемы в семье? Расскажи, не стесняйся. Вовочка отвечает, да нет, Марья Ивановна, тут дело в другом. Учительница, в чем же? Вовочка продолжает, к нам приезжал в гости дядя. Он рассказывал мне о том, что в школе плохо учился, а потом стал бандитом. Учительница, ну вот видишь? Вовочка продолжает, да, но сейчас-то он олигарх. На учительском собрании учительница обращается к маме Вовочки. Ваш сын нарисовал на парте муху. Я себе всю руку отбила. Мама отвечает, это еще что? Он нарисовал в ванне крокодила. Так я от испуга вылетела через нарисованную дверь. А еще он на заборе нарисовал бочку пива. И отец с друзьями полдня в очереди простояли. Вовочка рассказывает соседу по парте. Вчера отец меня 2 раза выпорол. Тот уточняет, за что? Вовочка продолжает. Первый раз, когда я показал ему дневник, а там такие отметки, такие записи. А второй, когда он понял, что это его старый дневник. Детей повели на экскурсию в полицию. На щите висят фотографии, их разыскивает полиция. Вовочка тут спрашивает, это вот этих-то и ищете? Мент, да, их самых. Вовочка продолжает, вот менты, блин, что ж вы их, когда фотографировали, не повязали? Муж с женой и маленькой дочкой отправились на нудистский пляж. Дочка пошла купаться, затем возвращается и говорит маме. Мама, у женщин, которые там купаются, груди больше, чем у тебя. Мама объясняет. Запомни, чем больше у женщины грудь, тем она глупее. Затем дочка опять идет купаться, потом возвращается и говорит маме. Мама, там у мужчин эта штучка больше, чем у папы. Мама продолжает. Запомни, чем больше у мужчины эта штучка, тем он глупее. Возвратившись в третий раз, дочка говорит, «Мама, там папа разговаривает с какой-то очень глупой женщиной, и сам глупеет прямо на глазах».